В Полесском драматическом театре готовят премьеру. «Вий» – так называется спектакль режиссера Павла Маринича, работу над которым он начал 4 месяца назад. За основу взял пьесу Нины Садур «Панночка». Но это, значит, инсценировка по повести Николая Васильевича Гоголя «Вий». Дело в том, что Нина Садур, она вообще рассказывает историю хамы и панночки. Но я думаю, что зрители будут ждать непосредственно «Вия». Роль хамы Брута исполняет молодой актер театра Сергей Бирульчик. По сценарию он должен 3 ночи читать молитву у гроба панночки, образ которой воплотила актриса Антонина Рокало. В актерском составе Ольга Ермолаева, Александр Горбач, Иван Величко и Артем Клепча. Их герои, по задумке режиссера, также находятся в метафорическом гробу. Его имитирует черный цвет декораций. Премьерный спектакль поставлен в жанре ужасов. На сцене оживает нечистая сила, летает гроб, а в финале главному герою из самой преисподней является Вий. Мы решили немножко изменить финал, изменить концепцию, посмотреть по-другому вообще на вот уже привычное произведение Гоголя. Я в этом спектакле я хаму оправдываю. Для меня он некий спаситель, выступает спасителем вот мира, потому что он принимает вот этого нечистую силу, впускает в себя. Он нечистую силу впускает в себя и как бы закупоривает ее в себе, то есть каким образом совершает суицид. Он понимает, что если это не остановить, то это, знаете, как вот какая-то зараза пойдет распространяться по всему миру. Впервые зритель увидит спектакль ужасов «Вий» в воскресенье 29 марта. Стоит отметить, что он рассчитан на взрослую аудиторию. У пьесы возрастное ограничение 16+.